Добро пожаловать, друзья мои. Это у нас Даша в виде хамелеончика. Вообще-то мой хамелеончик делает тара-тан-таран-тан и танцует. А кто будет представлять меня? Видите, а этот Миша? Милый цыпляш, этот миленький-миленький с красной пымпочкой на голове, это Олежа. Подожди, но сын петуха это цыпленок же, правильно? А дочка курицы кто? Цыпленка. Цыпленка? Цыпленка. Ой, мой самый нелюбимый уровень. Мельница это поебня еще та, конечно. Так, о, ты видишь, где этот самый подарок? Да, вижу. Так нам сейчас туда и надо. О, боже. Так, мы начинаем с тобой снизу, Оксана. Отсюда, да, значит, нам надо наверх. Давай ты как-то... Ага. Я ставлю здесь, а ты ставишь там... Мы там не залезем, родная моя. Я знаю, я стою и лежу. Ой, тихо, спокойно. А что мне делать? Не знаю, прыгать что куда. Что мне делать в этом мире? Все меня обижают. Я просто не виноват, что родился цыпленком. Я вырасту и буду петухом, но сейчас меня все обижают. Суки, пока. Так, тихо. Че ты там угораешь? Умри пока, просто. Пока, бренный мир. Бренный мир, мир Брейна, бренный мир. Я в трубе. Да, я знаю, ты там застрял. Слушай, надо наверх нам. В общем, нам сейчас не важно пройти этот левел, нам нужно именно наверх открыть эти новые Самое уровни. Главное, чтобы можно было тебя вот тут наказать. Олежа, не надо меня наказывать. Ну, я не знаю, что поставить, разве что вот это. Монетку бы взял. Вот смотри, я вот здесь. Зачем надо? Здесь? Вот и как мы залезем? Мы залезем с тобой очень просто. Смотри. Блин. Смотри, делаем вот ну так. Почему я перелет... Я ненавижу этот левел. Я тоже его не люблю. Конечно! Ты все любишь. Пока. Ну какое пока, если... Здравствуй. До свидания. Ну вот именно. Нет победителей, нет и очков. Забери свое очко. Ну в смысле очки. А мы сказали, что это игра под названием Ultimate Chicken Horse. Конечно. Только не сейчас. Ну не сейчас, когда-то потом. Что ты делаешь? А, ты хочешь туда наверх. Вот так запрыгнуть. А ты вот где-то в этой области. Я запрыгну, да, я вот сюда вот ставлю, смотри. Вот так вот, опа, вообще нахуй круто. Так, что? Ничего. Так, ну я попробую. Да. Так, давай сюда. Как так? Ну как, скажи мне. Отсни ко мне, пожалуйста. Это твоя вина. Я чуть не застрял нахрен. И что дальше, Олежа? Тихо. Не надо обижать меня. Мистер Цыпляш. Маскировка включена. Какая маскировка? Да что, не бей меня. Ты давай петушара. Кто я, петушара? Ну, твоему петушку, я же говорю. Олежка, петушарка. О, давай! Тихо. Ну ладно, уже пройди этот левел. Как я туда заберусь, как? Но он сейчас приедет! Я понимаю, но я не Спайдермен, я не могу зацепиться. Я могу сделать так. Тун-туру. Надо, чтобы экран черно-белый. Давай прыг. Надо было, чтобы когда я так пригибаюсь, экран был черно-белый, играла бы какая-то плохая музыка в стиле нуара, и целый город грехов был бы моим. И что делать, расскажи мне. Я не знаю. Можно делать все что угодно, разные пакости, например, вот такие вот. Прекрасно, мы подарок сегодня уже забрали. В смысле забрали? Да нет. Ты залезай, главное, а так, там... Так, подожди, просто... как запрыгнуть, напомни мне, пожалуйста. Два раза. Ну ты прислоняешься к одной из сторон. Прислоняешься к одной из сторон, смотри, и делаешь просто на А, нажимаешь на зелененькую, и он запрыгивает вот так. Покажи. Ой, мать, я... Реакции, ёпта! Зато эти самые там летят, стрелы. Какие стрелы? Какие реакции? Тут есть нормальные... О, компоненты. Нормальные компоненты. Хорошо, так. Значит, наша задача, смотри, я ставлю на самом-самом-самом... Вот здесь, наверное, я бы поставил, и, в принципе, я бы запрыгнул, наверное. Давай для Дашули вот сделаем. Что бы сделали для Дашули? Подъем. Что это за маленькое лягушиное дерево? Тихо. Блядь, тихо. Кто стрелы поставил? Какой? Ты! Вот поставил распределитель стрел. Ты! А как мы залетим? А я не знаю! А, блядь! Тихо. Господи, у меня уже руки мокрые. Слушай, а как туда запрыгнуть? Вот так вот. А как ты сломал? Ты пузиком сломал? Стой, монетки! Сука, 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 сука! У меня руки мокрые уже. Мокрые ладошки. Что? Ну, картошка, я хотел сказать, картошка. Вот эту давай, прыгалку. Давай, прыгалку. Куда ты хочешь, чтобы я возвел прыгалку? Ну, давай я вот сюда помещу. Где будет скакать удобнее, вот тут? Давай, вот здесь. Да, вот здесь, сюда, наверное. Давай, готовься! Раз, два, поехали! Я боюсь. Я буду самый первый, я буду самый модный победитель. Ты будешь самый модный цыпленок?
С пленок, да, табака? Какого табака? Нет! Давай я буду прыгать, когда ты не будешь стрелой. Прям в жопу, нахрен! В жопу! В жопу это все! Олежа! Сфоткай меня! Тихо, тихо, тихо! Мы легли с тобой в позе 69, это же Найсово! Слушай, ты Найсовый! Хамелеон и курица. А если скрестить хамелеона с курицей, получится хамикури... Не, хамурица, наверное, да? Курион. Или курахамеон. Курион. Курион? Да. Курион Ланнистер. Курион Ланнистер, это хорошо. Я вот здесь, наверное, поставлю, ну, для лавочек. Для лавочек. Я буду кричать, я буду неадекватным! Представляешь, если бы я вел летсплей именно так! Представляешь, я был бы психованным, неадекватным человеком! А ты что, хочешь сказать, что ты не психованный, не неадекватный? Психованный! Я хороший! Нормальный я нормальный! Я прыгаю, я сделал! Давай! Давай! Есть! Есть! А, меня убило! А что мы открыли? Нормально, когда я психую, да? А что мы открыли? Я не знаю. Я вообще аутсайдер-хамелеон. Слушай, а что я открыл? Я не знаю! Нормально, хорошо. Давай доберемся до финиша. Я выставлю это здесь, и ты скажешь мне спасибо. Нет, ты тут не скажешь мне спасибо. Ты скажешь мне спасибо здесь. Бомба! Нет, не бомба. Как ты нажимала, я забыл. Ой, какая ты из этих... Невозможно рассказать вам историю мою. Очень сложно. Тихо, 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 ты сейчас запоешься. Играю. И я тут решаю, зачем ты ставишь бочки. Чтобы было больше точек, нет, я упала! Зачем? Куда? Нет, почему я падаю? Олежа, подожди. Олежа, информати... Олежа, сюда. Да, Олежа, сюда. Так, тихо. Сюда. Куда сюда? Да прыгай же, дурак. Это бесконечное лето в стиле Брейна. Ничего страшного. Да расплюнуть. Смотри, сюда, круто. Ничего страшного, расплюнуть. Близко. Эй, не стойте слишком близко. Я же тигр, я не киска. Теперь надо тебе гадости делать. Какие гадости? Не надо мне гадости делать. Делай только хорошее. Нет. Добро делай мне. И позитив. Что ты крутишься? Ставь давай. Не знаю, я просто как маленькая юла. Да ты и есть юла. Нет, я просто... А ты обижаешь меня снова. Чем? Юлой? Это знаешь, как... Динамиком. Это знаешь, как мне пишут? Ты мне не добавила в друзья ВКонтакте, ты плохая. Ты плохая, потому что не добавила мне. Мама! Прыгай на шуля. Давай, давай. Есть. Своим пузиком я сломала эту стрелу. Я первая! Я первая! Слышь меня! Тихо. Ничего страшного? Ничего страшного. Ни хрена себе у нас с тобой. Знаешь, это как сельская дискотека. Пати-денсер, йоу, уличный денсер. Я с тобой не играю. Почему? Я знаю. Опять ты хотела взять, да? Я видел, что ты хотела взять ее. Ну хорошо, лишь. Так, пати-денсер. Оп, сейчас такой будет уличный денсер у нас. Я сейчас тебе такого денсера устрою, что ты мне тут всю жизнь будешь танцевать. Не надо, я не хочу этого. Ты не любишь танцевать? Зачем? Еще один проигрыш, я начну рвать на жопе волосы. Олеж, может, не надо? А должна была пошутить, у тебя же их так, и так там их нет. Ну я же не буду спойлерить для ребят. Ну это было бы слишком грубо, согласись, блядь, да? А, что? Согласись, что? Я говорю, согласись, блин, что варенье всегда вкусное. Да, конечно, Олеж, я прям слышу, как ты это сказал. Я сказал все, знаешь, что я... Знаешь, за такое бы мама сказала, по губам надаю. Да, а мне сказали, я бы мог рот с мылом помыть. Ага. Да. Там что-то 5 списало, 5. Что 5? 5 секунд осталось до победы. Падает с неба, Дашуль. Дашуля! Тебя бомбит? Да, вообще. Слушай, ты чите? Почему ты попой перекрыл, а я не смогла перекрыть? Че, у тебя попа там на попник? Ты обижаешь. Прыгай меня. Быстрее. Извинения и реакции. Что у тебя там на попе было? На попе? Тонкий шрам на любимой попе. Рваная рана в моей душе. Удачи. Я ж застрял, как пчела в сиропе. Не выбраться мне уже. Что, ничего себе! Клею сюда. Это типа как ави мне, Цезарь, да? А тут клею сюда. Размещено. Тихо, тихо. Ой! Блин! Пивать, видишь, долго нельзя.
Ну, а я хотела тебе там всяких понаписывать. Тихо. Бомбит, да? А у тебя бомбит. Ты упал? Браво! Расплюнуть, плюнь туда скорей. Игрушку не пройти за 100 люлей, да? Класс, твой труп победил. А. Твой... Я победил как? Ты суперкурица. Ну потому что ты читер. А представляешь, если бы про меня сняли сериал, вот есть про Флэша, про Стрелу, про Бэтмена, там супергероев разных, а я было бы про суперкурицу. Суперчикен? Суперчикен Макнаггетс. Ты хочешь... Так, а, точно. Я тогда Белочка. Белочка? У нас новый левел. У нас новый левел. Почему у Белочек всегда такая белая красивая шерсть? Во, фабрика! Фабрика! Я первая! Нет, мне... Надо так, да, скажем, фабрика. Пати-бокс, пати-мейкер, давай. Подожди, а где, давай найдем, где начало, где конец. Начало у нас здесь, как бы, это, наверное, все движется, да? Ну, давай вот так. Давай вот так. О-о-о. Ты хотел хардкор? Ой, бля. Я знаю. Ты виноват. Самый тот момент, когда можно ненавидеть Брейна просто люто, да? Вот просто дико бомбить. Ты готов к ненависти, да? Готов к ненависти, да? Убери эту! Я просто поставлю ее вот тут вот. А я давай буду делать по-умному. По-умному это как? А я потом просто построю туда проход и все. Так, типа? Типа вот так, да? А, нет! Тихо! Что, прыгай! Тихо, там медочек был. Так стой в медочке. Я в медочке. Тихо, тихо, стой в медочке. Где вообще выход? С какой стороны? Вот, есть! Он ездит. А как это ты туда запрыгнул? Вот на эту прыгаешь слева, 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 прыгаешь на нее. А я боюсь, что я не прыгну на нее. Смотри, я на финише, давай прыгай ко мне. Давай прыгаешь. Есть. Офигеть. А родной, а это только 7 уровней. Из 9 возможно, да? Да, еще 2 уровня. Что? А что ты выбрал? Ах ты попа. Ах ты попа, сручка. Попа. У тебя вот поставил, в принципе, нормально, жить может. Слушай, ты нормальный. Блин, я путаюсь, кто где. Съезжаешь, да? Да, вообще-то скатился, да? Ага. Я уберу эту хрень. Я знаю. Поставил на свою голову, да? Да, я в меду застрял, на льду стоял. Ты в меду застрял, на льду стоял. Я стоял на льду, а потом застрял в меду. Все. Я тебя найду, а чего нам отдаду. А я тебя вообще не вижу. Вообще-то вот я. Собственной персоной. Смотри, что мы можем сделать. Все. Что это было? А. Ничего. Ты хочешь прыгать? Я хочу прыгать. Я буду ждать. Кого? Ну, чтобы эта хрень проехала. Я с ледовичком? Ну, конечно. Не надо ждать. Надо бояться. Пяус. Пяу. Пяу. Давай. Блин! Нет, какая информация? Какие реакции? Ты что, дебил? Сука. У меня рука влажная уже. Ну, у меня тоже рука влажная. Нет, у меня. Ты что, ходила на концерт Егора Крида? Я его вообще-то не слушаю. А, окей. Все равно ржачно, да? Как вспомнишь, всегда смешно. А, что? Когда вспоминаешь, всегда смешно. Зачем ты туда дверь поставил? Действия не всегда логичны с точки зрения банальной концептологии. Ты просто наркоманчик вот. Слушай, а как ты запрыгиваешь? Что? Как ты на... Тихо, 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 тихо. Дико бомбить это. Тихо, тихо. Чтобы присесть? Чтобы ты присела. Зачем ты присела? Чтобы ты присела. Тихо, 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 тихо. Тут есть дверь, которая закрывается, блядь. Не сбивай меня! А как эта шняга сверху откроется? Тихо! Боже, я победила наконец-то! Да ладно? Дарья Рейн Белочка. Белка Дарья Рейн. Аж ты белка и енот пошли в лесок гулять. Увидели они там... Что они там увидели? Не надо, Олежа. Не надо объяснять, да? Олежа, не надо. Куда же мне поставить? Олежа, в следующий раз просто я тебе такое поставлю. О. Быстрее.
Ладно, хорошо. Ты же знаешь, что в этой игре нужно пакостить. Да, я знаю, ты вообще сама большая пакость такая. Да пакостился, да? Я прямо на твой лед стал. Ты понимаешь, я проехал как сраный. Вообще-то ты его пос. Я и лед не ставил. Ты лед ставил. Я не ставил лед. Это ты виноват. Я не виноват в том, что лед скользкий, мои маленькие приятные нотновые лапки скользят по этой хрени, понимаешь? Все. Хочешь льда? Ты получишь льда. Так, хорошо, на финише нельзя, да? Можно, почему нельзя? Еще как можно. Господи, какая же ты... Какая ты жо ты. Это как есть сосо Павлиашвили, а тут жо. Жо Олегович, да? Почему меня откинуло? А что это такое? Блин! А что меня отбрасывает, слушай? Куда тебя отбрасывает? А, нет! Меня отбрасывает, реально. В смысле, почему не надо? Ну, от... да не надо! Нет, не надо! Есть. Блин, сукины дети! Ладно, я держусь. Тихо. Я всего лишь енотик. Да что ты, встань, енотище! Да, тихо. Фух, я хоть добрался. Тихо. Это пипец карта? Я тебе о чем говорю! А ну едь обратно! А ну едь обратно! Сейчас будет больно, да что ли? Да что? Интересно, ты скатишься, свалишься? Было бы смешно, если бы ты так круговорот смертей белок в природе, да? То есть ты бы свалилась на дощечку. Какая же ты маленькая задница. Это ты имеешь в виду карту, игру, нет, или что? Олежку я имею в виду. Я не маленькая задница. А, то есть ты большая задница. Это как, знаешь, есть программа «Большая разница, большая задница». Зачем вверх ногами ставить? Зачем? Оно ничего не даст. Оно не перерубит тебя. Не перерубит? А мы проверим это. Надо же проверять в этом мире все, да? Проверяй, давай, прыгай на свой лёд. Я на лёд прыгаю, я сразу черк пиздык и помер. Ну, хорошо. Смотри, Дашуль, как мне эти штанишки идут? Чего я туда-сюда отпрыгиваю? Объясни мне. Я не знаю. Откуда ты отпрыгиваешь? Ну вот, смотри, я назад прыгаю! Прыгай на доску, из доски запрыгивай. Я не могу на доску. А, могу. Тихо. Можешь, я ж мог. Тихо. На попрыгушку прыгай. Давай удачи. Я прыгал на попрыгушку. Ну ты и прыгай на свои попрыгушки. Тихо. Отличная идея. Сюда. Можно писать сюжеты для голливудских фильмов. Круто. Ой, извините. Олежа. Это невозможно. Извините, я ж сказал. Тихо. Ты со своими голливудскими фильмами меня сбил. Дашуля, ты чего? Дашулька, что происходит? Ты понимаешь, у нас на каждом лед. Угу. Я понимаю, что ты попа. Давай. Ну как? Объясни мне, как? Как можно было разрубить себя? Ты же сам хотел проверить, разрубит или нет. Нет, я не хотел. Иногда нужно проигрывать. Если ты проиграл, значит, это твоя вина. По-моему, так Конфуций говорил. Слушай, ты Конфуций. Эй, я хотел взять это. Хорошо, я поставлю вот, смотри, вот, значит, мы прыгаем на этот, да? Я вот здесь поставлю монетку. Да, вот так. А, монетка просто... Да, монетка не двигается вообще-то. Хорошо, что я на меду. Я, то есть, когда я становлюсь на лед, а потом на мед, то есть, в принципе, они я друг там могу сказать, что ледик-медик. Ледик-медик. Как ледик-болик, блядь, ледик-медик. Ладно, я пошел. Спасибо, что ты запрыгнул, и я теперь ничего не вижу. Ты ледик-медик. Ледик-медик. Блин, я сейчас не успею, наверное, да? Успеешь, прыгай на хуйню эту маленькую. Давай, есть! Да. Я тебя уделала. С какой радостью ты меня уделала, если я уже там был? А ты читер, все знают. Я не знаю, я не читер, я хороший, ты это знаешь. Блин, надо было колючку брать. Ну хорошо. Надо было брать колючку. Так, что у нас тут есть? Мы поставим вот тут сюда вот. Ты хотел вредничество? Шуля, а ты не поставишь там нигде? Ну так нечестно. Я ж на неё прыгал, чтобы побеждать. Ну теперь ты побеждать не будешь. Хо-хо-хо-хо-хо. Сука, мед в попе застрял. В попе? Да. Медик в попе застревает.
Парам-пам-пам. Кто-то вечером Дон Старов играет, да? Парам-пам-пам. Тихо, стоим. То есть пока... Ты уже? Учти, что сейчас камера уйдет, да? Да я знаю, что она сейчас уйдет. Так, давай, Дашь, давай. Ты, если что, прыгай сразу. Куда прыгать? Куда, Олежа? Я не знаю. Может, слушай, может, ты белка-летунья? Ну, белочка-летунья, она может летать. Она летает, знаешь? А где твой перс? Где мой перс? Ну, хорошо. Ты хочешь боли? Да. А ты хочешь боли? А ты хочешь? Если такие сейчас больные боли будут, смотри. Слушай, ты кроун-класти. Клоун-красти? Кроун-класти. Нет, нет, что-то... Не-не-не-не-не-не-не! Бля. Что, Леш? Бля. Прыгай, Даша. Что я делаю? Я застряла! Ой, я засмеялся, я не мог набежать, блядь. Я так начал смеяться с того, что ты там застряла, что я не понял, куда прыгать. Ты умерла, что ли? Ну, конечно! О, слава богу, я уже испугался. Все. Обида. Ох, эта карта просто пипец. Что это было? Падаешь ты. А что, подожди, я стоял, я упал. Так тебе и надо. Я думаю, что надо сделать перерывчик. Давай сделаем перерывчик. В этот раз я победил. Да. Ну все. Ой, они пофиксили тушнягу. Слава богу, ёпты. Но я в любом случае думаю, что надо перерывчик. Да, давай сделаем перерыв. Надеюсь, что ребятам понравилось. И мы посмотрим, они лайк что поставят. Дальше. Они лайк поставят. Да, ребят, с вас лайк. С вас лайк, если вы знаете, где я сейчас нахожусь. Ну, в смысле, где мой енотик. Тоже ты лайк? Найди енота. Я вижу енота. Раньше было... Все, не надо лайк ставить. Шучу, конечно. Вообще-то надо. Пока-пока. Пока-пока.